будешь мусорное ведро выносить. Вернешься через неделю, жизнь-то ключом била. Советская юность, деньки золотые. Ну, дербались. На север, на Камчатку. Узнать что-то новое. Как в стране советов приглашали девушек на свидание без мобильного телефона и интернета. Было понятие такой стыдливости, что ли, девичьей. За что нас, между прочим, мужчины очень любили. И какие правила неукоснительно соблюдались в случившихся драках. Он отходил в сторону, и его уже никто не имел права ударить. От 16 и старше. Наша советская молодость. СССР. Знак качества. С Иваном Охлобыстиным. Сегодня в 14:20.